Устойчивый минус в 2009-м синоптики зафиксировали в конце октября, а снежный покров лег только под занавес года. За это время земля успела промерзнуть. К тому же зима 2010-го оказалась щедра на осадки. Всего за несколько январских суток в городе выпала двухмесячная норма снега. Будет подтопление в южных, как всегда, районах низменных участков, поскольку на сегодня южные реки уже перемерзли. Образовались высокие наледи, и вода, естественно, пойдет поверх льда, затапливая прибрежные низменные участки. Если паводок 2009-го Челябинск почти не заметил, то предстоящее половодье обещает быть куда масштабней. Уже сегодня городские службы готовятся проводить на водоемах ледозащитные мероприятия. Другая весенняя задача – наполнить Аргазинское водохранилище. В прошлом году из-за малого количества снега южноуральские водоемы не набрали необходимого количества воды. За минувший год и зиму 2010-го челябинцы выпили 30% водных запасов. По прогнозам, гарантированно вроде бы дается 150 миллионов наполнения, но мы будем собирать воду, мы постараемся, так сказать, меньше отдавать соседям, а обеспечить себя водой. По прогнозам синоптиков, обильных снегопадов в городе больше не будет. Начнется половодье традиционно в начале апреля. Однако развитие паводка специалисты предсказывать пока не берутся. На точные прогнозы Федеральное агентство водных ресурсов уже выделило 1 миллион рублей. Вера Горбунова, Олег Салпанов, СТС, Челябинск.